Сейчас я вам покажу, что у нас есть классного на кухне вот в этом ящике. Хотя под ящиком тоже есть вот такие вот прикольные сухие завтраки. Тыквенный пирог, фокус-покус, хлопья и дракула шоколадные. И красота! Кофе, соленая карамель. Это чай, тыквенный, карамельный чай. Вон такой вот мишка, это мед. Это какао у нас, соленая карамель. И обычное какао. Очень вкусные печеньки тыквенные. Тоже вкусные шоколадки. А это самые вкусные конфеты, которые я пробовала. Такие вот тыквенные и яблочные. Тут у нас лежит шоколадная тыковка маршмеллоу. Это печеньки в виде кленовых листочков. А там у нас печеньки в виде мишек. Тут у нас попкорн. А здесь арахисовые привидения. Очень вкусные. Это мой любимый сироп соленая карамель. Там у нас мини-маршмеллоу. Твикс посыпка. На кофе тоже посыпочка разная. Глаза, привидения, чтобы украшать детям еду. С такой вот рукой. Тоже прикольно. Это мармеладки, шоколадка и тыквенные семечки. Это сладкая вата, будто бы паутина. А это маршмеллоу в виде тыковки с ароматом тыквы. Это такой пакет с вкусняшками. Тут в основном мармеладки и вот такие вот кислые штучки. Ой, есть еще вот такие вот жвачки. Это глаза. Будешь одну? Вот такой вот вам глазик. Попробуешь? Еще у нас тут свечка классная, ароматная, стаканчики Хэллоуин и просто офигенные крекеры тыквенные.